start doing evil, it's like a slippery slope. Одним из самых ярких явлений в японском обществе считаются преступные группировки якудза. В отличие от западных мафиозных объединений, якудза – образование со странным статусом полулегальных, с четкими правилами и жестким кодексом чести. Японцы давно смирились с существованием преступных кланов, считая их неотъемлемой частью традиционного уклада. Впрочем, под давлением властей уровень доверия к якудза в последние годы постепенно снижается. История возникновения. У якудзы нет точной даты появления. Исследователи считают, что крупные преступные группировки начали возникать в 17 веке. Часть из них состояла из бедных самураев и городских хулиганов, так как Япония того времени была закрытой от мира аграрной страной и не требовала множества воинов, люди с оружием собирались вместе и предлагали услуги охранников, либо грабили сами. Другой тип – группы корабейников, торговцев лечебными снадобьями и другими мелочами. Поскольку товар был некачественным, а аптекари – шарлатанами, на них часто нападали обманутые граждане, и корабейники объединялись для защиты. Третий вид преступников – азартные игроки и мошенники, создавшие целую сеть запрещенных законом игорных точек. Именно они стали называть себя якудза. Второй этап организации группировок якудза состоялся в период стремительной урбанизации Японии. В больших городах появился слой преступной молодежи, которую не интересовали мелкие грабежи и мошенничество. Банды якудза стали заниматься масштабными делами – наркоторговлей, заказными убийствами, контролировали проституцию. До Второй мировой войны члены организации попали в политику как правое крыло одной из националистических партий. После 1945 года в борьбу с японской мафией вступили американцы, но за 5 лет были вынуждены отказаться от этой затеи. Тем временем аппетиты якудза возросли, преступники сумели взять под контроль транспортные предприятия, развлекательные заведения, широко промышляли на черном рынке и ожесточенно воевали между собой за сферы влияния. Только через 10 лет предводители кланов якудза перестали открыто конфликтовать, хотя стычки мелких исполнителей никуда не исчезли. Появление названия. Термин, которым называет себя японская мафия, состоит из названий 3 игровых карт. Якудза – самая худшая карточная комбинация – восьмерки – я, девятки – ку и тройки – са или дза, которая, согласно правилам, в сумме составляет 0. Это слово сначала символизировало ненужную вещь, а после им стали называть членов самого низкого сословия в стране. Как эта часть граждан превратилась в якудзу, японскую мафию? Историки считают, что карточные мошенники мнили себя свободными ото всех обязательств, были пропащими людьми с пустыми карманами. Однако они считали, что даже находясь в самой неудачной ситуации, выход есть, и благодаря ловким рукам все равно можно стать победителем. Иерархия. Вертикаль японской мафии напоминает устройство традиционной семьи. Во главе организации якудза стоит отец – оябун, главарь, который управляет детьми – кобун. Дети, участники группы, делятся на старших и младших, но между собой считаются братьями. Второй уровень якудзы составляют заместители главаря, которые отвечают за определенные направления работы. К ним относятся главные советники – сайкакамон, управляющие делами клана, офисом или штаб-квартирой, старшие бригадиры якудзы. Эти люди сами не принимают участия в преступных действиях. Их задача – организовывать и контролировать групповые процессы, помогать руководителю поддерживать порядок и стабильное функционирование организации. Третий уровень в якудза составляют менеджеры среднего звена, главари низовых банд, младшие бригадиры, которые отвечают за деятельность небольших группировок или курируют отдельные процессы, юристы, бухгалтера, секретари. Им помогают командиры отдельных бригад якудза. В самом низу структуры находятся новички. Вступление в группировку. Попасть в группировку японской мафии довольно непросто. Для этого надо найти знакомого в якудза, который поручится за новичка и пройти испытательный срок. Кандидату назначают опытного наставника, который должен рассказать будущему мафиози о законах и традициях группы, его обязанностях, правах и будущей деятельности. Учитель не только готовит новобранца якудзу,
но и проверяет, может ли тот стать полноценным и преданным участником организации. Экзамен принимает сам босс. Если он остается недоволен, претендента на место в банде якудза могут даже убить. Для посвящения в якудза новички проходят определенный ритуал – сакадзуки гото, который заключается в совместном распитии саке. Давний японский обычай гласит, что этот напиток – божественный дар, способный объединять людей. По традиции, молодой якудза, ребенок кабун, садится напротив учителя, отца аебуна, им подают чашки, из которых те отпивают по глотку, а затем обмениваются посудой. Это значит, что новоприбывший отрекается от повиновения кровным родственникам и переходит в распоряжение нового отца. Также совершается и процедура братания якудза. Отношения в клане. Кланы якудза имеют структуру пирамиды с сильными вертикальными и горизонтальными связями. Все отношения подчиняются строгим законам и подкрепляются ритуалами. Вступившие в группу якудза обретают новую семью и обязуются действовать исключительно ей во благо. Среди всех правил, которые регламентируют жизнь мафиози, можно выделить несколько главных. Прежде всего, послушание старшему и беспрекословное выполнение приказов, готовность к самопожертвованию и защите интересов клана. За некрупные оплошности члены группировки отбывают наказание и дальше выполняют свои обязанности. Сильно провинившихся могут изгнать из организации, при этом другие кланы информируются о таких людях. Согласно традиции, с ними нельзя вести дела или брать на работу. Однако изгнанные имеют право извиниться перед боссом якудзы и вернуться назад. Более тяжелое наказание – изоляция, в случае применения которой человек не может быть принятым обратно ни в каком случае. Очень редко применялся ритуал самоубийства, но у современных якудза он уже давно не практикуется. Женщин в мафиозных структурах очень мало. Якудзы считают, что они неполноценные личности и могут лишь удовлетворять потребности мужчин. Японки попадают в группу лишь за исключительные криминальные таланты и, как правило, исполняют роли помощниц. Совсем иное отношение к женам главарей якудзы. Их уважают, оберегают и всячески помогают в делах. Известны случаи, когда вдова прибрала бразды правления после смерти мужа. Самая известная женщина в якудза – Фумико Таока, которая в начале 80-х годов 20 века возглавляла клан Ямагути-гуми. Татуировки якудза. Во времена самураев после каждого ратного подвига воины наносили на кожу определенные рисунки. Процедура была долгая и болезненная, поэтому богатые изображения на теле свидетельствовали о храбрости и твердом характере мужчины. Чуть позже, во времена формирования якудза, татуировки означали, что человек не желает подчиняться ни родственникам, ни обществу. Это был знак изгоев, так как религия призывает держать тело чистым. Нередко новые элементы, например, черные круги, появлялись на коже якудза после очередных преступлений. Традиционные росписи могли покрывать практически всего якудзу, кроме узкой вертикальной полосы на груди. Некоторые мафиози в Японии не жалели для таких процедур даже голову и интимные части тела. Наиболее распространенными татуировками были эмблемы группировок, изображения драконов, самураев, пейзажи или цветы. Не отказывались от них и женщины, жены главарей якудзы, которые так выражали супружескую преданность. Надо отметить, что в последнее время тату уже не так популярны, и многие бандиты стараются их вывести. Обычаи. Якудза называют себя наследниками самураев, придерживаются давних ритуалов и гордятся своими традициями. Поведение внутри группировки регламентируется своеобразным кодексом чести якудза. Те, кто его не соблюдают, не могут продвигаться вверх по лестнице иерархии или вообще выбывают из структуры. Жесткая дисциплина царит во всех кланах. Члены якудза не должны перечить старшим, обсуждать приказы, потакать своим слабостям и проявлять снисхождение к подчиненным. В отношениях между равными участниками принято проявлять уважение. В то же время убивать членов враждующего клана не считается чем-то плохим. В традициях якудза главным для каждого мафиози является честь, как его личная, так и клана. Самая большая вина – унижать собратьев или позволять другим делать это. Помощь и взаимовыручка внутри группы якудза настолько важны, что нередко бандиты отсиживают тюремные сроки за других. Несмываемым позором в якудза считают нарушение общепринятых правил. Убицуме – искупление вины.
В рядах якудза вину за проступки средней тяжести можно было загладить традиционным самурайским методом убицуме. Это не что иное, как добровольное отсечение фаланги мизинца на левой руке. Ритуал должен совершить молча сам провинившийся, используя молоток и клинок воина. Отрезанную часть он заворачивает в платок и дарит главе клана. При повторных прегрешениях член якудза отсекает следующую фалангу или вообще весь палец. Причина появления такого ритуала у самураев проста. Боец, который держал меч руками без фаланги на пальце, оставался боеспособным, но уже проигрывал в скорости и ловкости остальным собратьям. Он становился более зависим от группы и ее главаря. Чтобы выжить, человек вынужден был полностью подчиняться законам организации и выполнять волю предводителя. Правда, современные члены якудза стараются максимально скрыть следы убицумы, например, постоянно носят перчатки или используют специальные протезы. Принципы и убеждения якудза. Свою жизнь японская мафия не афиширует. Современные якудза стараются создать имидж благородных рыцарей, готовых в любой момент прийти на помощь бедствующим или приютить обездоленных. Руководители больших кланов много сил и времени тратят на то, чтобы нивелировать бандитское реноме якудза, показать себя поборниками справедливости. Некоторые группировки используют медиа и интернет для рекламирования своих социальных проектов, которые предлагают поддержку молодежи, советуют бороться с нарушениями закона и вредными привычками, возвращать давние традиции. Благополучие и процветание страны провозглашаются главной заботой организации, созданной якудза. Проекты мафии якудза нацелены на то, чтобы показать, самое большое зло заключается не в них. Идеи гуманизма, единства, любви к Японии, возрождения духовных ценностей и развития талантов каждого гражданина – вот что предлагают и продвигают современные якудза. Такие заявления не голословны. Преступные кланы действительно помогают в критических ситуациях и финансируют многие социальные программы. Находясь в политике, якудза придерживаются правых взглядов и выступают за те законодательные инициативы, которые укрепляют институт традиционной семьи и иерархические отношения японского общества. Якудза и социум. Мафиозные группировки якудза не считают себя преступниками. Члены якудза обижаются, когда их приравнивают к другим криминальным формированиям. Как ни странно, сами японцы видят в них наследников самураев и не причисляют к незаконным структурам. Более того, якудзу выделяют как привычную социальную группу, которая имеет право на функционирование, наряду с другими гражданскими образованиями. Отчасти это связано с тем, что она имеет свои уставы и правила, придерживается определенного порядка и проникла во все сферы общественной жизни. Организация якудза чем-то напоминает мифического разбойника Робина Гуда. Известно множество случаев, когда мафиози помогали оказавшимся в беде гражданам. Например, они снабжали продуктами и необходимыми вещами жертв природных катаклизмов, эвакуировали пострадавших, предоставляли необходимую технику. Якудза понемногу отошли от методов физического насилия и теперь в большинстве случаев используют вымогательство, шантаж и взятки. Из всех крупных преступных формирований в мире именно японская мафия якудза отличается наименьшим числом убийств. Однако не только убийства делают организацию криминальной. Деятельность японской мафии. Деятельность преступных кланов Японии понемногу менялась в разные исторические периоды. Максимальной эффективности она достигла в 60-70-х годах 20 века. Этот период можно считать расцветом якудза. Тогда воровать сумочки или взламывать квартиры не считалось почетным занятием. Якудза действовала как общегосударственная структура. Традиционными сферами интересов якудза являются проституция, включая контроль над всевозможными борделями, массажными салонами, стрип-клубами и банями, а также ввоз женщин для секс-индустрии, подпольный игровой бизнес, наркоторговля, торговля оружием и боеприпасами, рэкет, ростовщичество и возврат долгов, производство или сбыт контрафактной продукции, угоны автомобилей и контрабанда. Сильные позиции группировки якудза занимают в сфере операций с недвижимостью, строительном и охранном бизнесе, в сфере развлечений, спорта и секс-туризма, продюсирование артистов и порноиндустрии, в том числе в сфере детской порнографии и импорта порнографической продукции из Европы и Америки.
Они контролируют многочисленные залы с игровыми автоматами паттинга, ночные клубы и рестораны, а также организацию различных фестивалей. Более искушенные гангстеры промышляют финансовыми махинациями, особенно на рынке потребительских кредитов, автомобильного и медицинского страхования, торговлей акциями компаний и биржевыми махинациями, аудиторскими услугами и корпоративным шантажом с отмыванием грязных денег. Взаимосвязь с обществом. Мафиозные группировки якудзы начали свой путь как изгои. Со временем их структуры крепко вплелись в социум и стали с ним неразделимы. Сближение якудзы с властями продолжилось в 20 веке. Особенно быстрыми темпами оно пошло на фоне экономического спада в период перед Второй мировой. С одной стороны, мафия могла эффективно подавлять акции возмущенных жителей, за что она продолжала получать различные послабления. С другой, под руководством якудзы пышным цветом расцвели разного рода притоны, попытки ликвидировать которые грозили обернуться еще более масштабными акциями народного неповиновения. Особо же большое влияние якудза приобрели уже после войны с приходом в страну американцев. Оккупационные власти не доверяли местным гангстерам и смотрели на них с большим подозрением. Однако именно через якудза иностранные военные получали доступ к проституткам, наркотикам и другим сомнительным услугам. Бандитские группировки же, пользуясь ослаблением властей и плачевным состоянием экономики, организовали черный рынок продовольствия и других дефицитных товаров, которые закупали у американцев. С окончанием оккупации влияние якудзы нисколько не ослабло. Более того, к тому моменту они уже стали своего рода сословием, существование которого ни для кого не оставалось секретом. К середине 1990-х годов якудза объединялись примерно в 2500 семей. В основном это были мелкие группировки, в то время как на первый план вышли три главных клана, которые остаются самыми крупными и влиятельными до сих пор. Крупнейшей семьей из большой тройки является синдикат Ямагути-Гуми, численность которого составляет 40-55 тысяч человек. Изначально под его контролем находился город Кобе, расположенный ближе к западной оконечности острова Хонсю. Однако с недавнего времени он распространил свое влияние и на Токио. Столичный регион находится в центре внимания и двух других сильнейших криминальных объединений Японии – Сумисёти-Кае и Инагава-Кае. Численность этих группировок составляет около 20 и 15 тысяч участников соответственно. Всего же на сегодня в Японии насчитывается около 100 тысяч участников преступных группировок, причем около половины из них составляют так называемые «временные якудза», не состоящие в кланах. Сами себя они считают независимыми гангстерами, способными составить конкуренцию настоящим якудза, в то время как последние относятся к ним с презрением и считают шестерками. Нередко японцы подозревают в связях с якудза должностных лиц страны. Конечно, в этом никто не сознается, но есть случаи, когда чиновники или политики посещают те же мероприятия, что и якудза. Правоохранительная система вынуждена сотрудничать с преступными кланами. Хотя они извечные враги, часто доставляющие друг другу неприятности, а полиция систематически отлавливает мелких бандитов, все же правительство уверено, что без якудзы уровень преступности был бы значительно выше. Преступления. Как можно заметить, о якудзе известно подозрительно много и одновременно мало. Японская мафия, кажется, вообще не скрывает своей деятельности. Имена и биографии преступных боссов известны. Участники банд посчитаны полицией, штаб-квартиры кланов могут сопровождаться чуть ли не официальными вывесками. А самое главное, якудзы настолько мощно переплетены с легальной политикой и экономикой, что иногда выглядят едва ли не добропорядочными горожанами. Впрочем, это не мешает им во время разборок устраивать эффектную стрельбу на мчащихся мотоциклах и закидывать противников гранатами прямо посреди дня. Убийство мэра за разбитый бампер. В апреле 2007 года вся Япония была шокирована невероятной наглостью якудза. 61-летний мэр города Нагасаки Итте Ита был убит двумя выстрелами в спину. Выглядело это словно в гангстерских боевиках о мафии старой школы. Тецуя Ширу, гангстер из клана Ямагути-Гуми, просто и дерзко подошел к мэру и его охране и открыл стрельбу в упор, на месте уложив Итте Ита. Сразу после убийства гангстер попытался сбежать, но не сумел, ему самому на тот момент было 59 лет. Тецуя Ширу поймали охранники мэра, и вскоре он предстал перед судом.
На вопросы о том, зачем ему понадобилось это делать, убийца ответил, что в 2003 году по вине администрации города ему повредили автомобиль, но ни одна инстанция не согласилась ему помочь в получении компенсации, в конце концов, чтобы смыть с себя пятно позора и наказать наглеца пожилой и уважаемый гангстер Тецуя убил пожилого и уважаемого мэра Итеита. Гражданская война в банде Додзин. Бандитские переделы и грязные разборки – обыденное дело и рутина в те времена, когда денег на всех бандитов перестает хватать и кому-то приходится потесниться. Война двух крупных банд на Кюсю, которая началась в 2006 году, очень показательна и экзотична для западного человека. И дело не только в перестрелках средь бела дня и покушениях с применением гранат и ножей. Началось все с того, что местный клан Додзинкай попал в затяжной кризис, и от него отпочковалась новая банда – Сейда Кей, состоявшая из 500 человек. Естественно, в Додзинкай это посчитали предательством, в результате чего началась самая настоящая гражданская война. Бандиты не только захватывали выгодные предприятия вчерашних братьев, но и начали убивать друг друга прямо на улицах. Только официально было зарегистрировано 45 убийств. В самой массовой бойне оказалось застрелено 14 человек, что просто немыслимо для Японии с ее жесточайшими законами в сфере оборота оружия. Для сравнения, в том же 2006 году на всю страну случилось всего два убийства с применением огнестрельного оружия. Война длилась 7 лет и окончилась только в 2013 году. Но это не самое примечательное в этой истории. Когда перемирие было наконец достигнуто, сферы влияния разделены, а якудза залегли на дно, чтобы зализывать раны, случилось нечто совершенно японское по своему духу. Лидеры обоих кланов вместе, чуть ли не под руки, пришли в полицейский участок и заявили о том, что война окончена, принеся горожанам официальные извинения за случайные жертвы среди населения. Тамадаса Гота – пройдоха, убийца, монах и глава клана якудза. Тамадаса Гота – один из самых известных и ярких представителей якудза, который умудрился стать легендарной личностью национального масштаба. Он начал свою карьеру в 1972 году обычным шпаной на побегушках у мафии, а закончил как Аябун, глава семьи, клана Готогуми в 2008. За все это время он умудрился вляпаться в массу поразительных историй. К примеру, в 2001 году выяснилось, что он сотрудничал с ФБР и годы напролет сдавал своих подельников оптом и в розницу. Причем он сливал бюро информацию о крупнейших сделках и участниках именно тех банд, с которыми формально был в союзе. За это ФБР помогло с проведением сложнейшей операции по пересадке печени, которая у Гота была просто ни к черту. В порыве благодарности он пожертвовал клинике 100 тысяч долларов, тем самым привлек слишком много внимания, и в результате обо всех его маневрах и заигрываниях с федералами стало известно всем. Удивительно, но даже после такого скандала он продержался на посту Аябуна еще 7 лет. Тадамаса Гото окончательно отошел от дел только в 2008 и сразу же принял сан буддийского священника, взяв новое имя – Чуэй. Но это не помешало ему стать обвиняемым по делу об убийстве уже в 2010-м. Тогда скромный монах рисковал получить срок за организацию убийства консультанта по недвижимости, но сумел выкрутиться и здесь, благодаря взятке в 1,5 миллиона долларов. Дело удалось замять. Что в итоге? Клиника, в которой лечился этот якудза, в благодарность назвала в честь него новый штамм чумы. А сам он остался жив, несмотря на то, что сдал всех, кого только можно, агентам ФБР. И даже обвинения в жестоком убийстве не смогли омрачить его деятельность праведного священнослужителя. Но и это еще не все. В 2010-м Гото издал автобиографию, в которой раскрыл всю подноготную жизнь якудза. Покушение на крупнейшего босса мафии. Кадзуо Таока был одним из самых влиятельных мафиозных боссов в истории. При нем его клан Ямагути Гуми стал лидирующим в криминальном мире Японии. Кадзуо правил своей империей невероятный по меркам криминального босса срок с 1946 по 1981 годы и умер в своей постели. Поднявшись с самых низов, этот сирота рано связался с дурной компанией и заслужил прозвище «Кума», то есть «Медведь», за то, что в драке всегда пытался выдавить противнику глаза. В 1978 году Кадзуо Таока был аябуном настолько могущественной группировки и воротил такими деньгами, что его называли «боссом боссов». Никто даже и подумать не мог, что какие-то наглецы из минорной банды
посмеют пойти на покушение. Сам статус защищал главаря якудза лучше любой охраны. Однако это случилось. Подосланный убийца из клана Мацуда Гуми подобрался к медведю в ночном клубе Токио. Звучит слишком забавно, чтобы быть правдой, но случилось это во время вечеринки, где мафиози играли в лимбо. Выстрелив почти в упор в затылок Аябуну, якудза, уверенный в своей удаче, скрылся. Но Кадзуо Таока выжил после попадания пули в шею, а убийцу потом все-таки нашли в лесу со следами изощренных пыток. Его никто даже не старался спрятать, труп оставили в назидание всем остальным. Беспредельщики из Кудо-кай. В кодексе якудза гражданским отводится особое место. Считается, что намеренно убивать или калечить их, если этого можно избежать, недостойно благородного бандита. Раньше даже существовала такая пословица: «Полиция охраняет нас ночью, а якудза – днем». Говоря по справедливости, в этом есть и рациональный расчет. Всякая мелочь вроде хулиганов, насильников или воров только привлекает внимание к району и мешает проворачивать мафии действительно серьезные дела. Так что якудза в меру своих сил боролись с мелкой преступностью для повышения имиджа и отведения глаз полиции. Однако существуют кланы, которые сознательно переступают эту черту и готовы пойти на убийство гражданского при первой же возможности. Они настолько наплевательски относятся к любой жизни вне клана, что создают себе этим имидж беспредельщиков. К примеру, в 2013 году клан Кудо-кай прославился на всю страну своими убийствами, в которых нашлось место злой иронии. Пытаясь надавить на один рыболовецкий кооператив в прибрежном городе Фукуока, якудза сначала застрелили 70-летнего главу организации, а затем, войдя в раж, напали с ножом на его внука и работницу кооператива. Во время расследования преступлений полиция проверяла подобные случаи в этом районе и выяснила, что поразительно похожее убийство произошло здесь в 1998 году. Тот же почерк, мотивы, та же история, даже возраст главы кооператива оказался тем же. Более свежее убийство раскрыть не удалось, зато четверо якудза загремели за дело «Близнец» 1998 года, в котором оказалось больше улик и зацепок. Впрочем, клан Кудо-кай этот случай не научил ничему. Уже в 2014 году один из его лидеров заколол медсестру в клинике, которая посмела ему перечить, а в 2015 якудза почти до смерти забили дантиста на улице. Когда в полиции узнали, кем именно был этот молодой человек, то наверняка там схватились за головы. Это был внук убитого директора кооператива. Но только не того, что был застрелен в 2013-м, а погибшего в 1998 году. Кудо-кай решили со стервенением наступить на те же грабли и повторять одну и ту же историю вновь и вновь. Нынешние якудза сильно отличаются от головорезов и садистов, что правили темной стороной японских городов в середине 20 века. Впрочем, численность преступной мафии сокращается с каждым годом, что дает властям надежду на победу над криминальным миром в не самом далеком будущем. Дорогие зрители, а как вы считаете, уничтожение якудза может обернуться хаосом? Ведь сама по себе преступность неискоренима, а вот новое поколение гангстеров вряд ли будут придерживаться кодекса чести. Или все же с такой историей, как у якудза, невозможно их полное искоренение, и они являются неизменным атрибутом японского общества? Свои мысли пишите в комментариях.